Сообщение о ЧП поступило примерно в 10 утра. На территории школы в это время находились только сотрудники. Пожар произошел в кабинете химии на втором этаже. Его общая площадь составила около 20 квадратных метров. В течение 15 минут пожар был локализован и ликвидирован. Всего к тушению привлекалась группировка численностью около 50 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте было личным составом при проведении боевой работы было эвакуировано 13 человек. Обошлось без пострадавших. Причину возгорания еще предстоит установить.